В реках Зубарев попался. Так вот, ты видел, в какую-то тут историю вляпался сегодня или вчера? А, да, по поводу того, что он, типа, ему чел из ВСУ задонатил, он что-то его там поддержал. Если он, ну, поддерживает ВСУ, ну, значит, он поддерживает ВСУ. Если он поддерживает Россию, ну, значит, поддерживает Россию. Нет, какая разница. Для меня это, ну, просто новость, выпук из ничего, скажем так. Он же из Украины, почему до него... Ну, видимо, потому что он, знаешь, из Донецка, там все дела. Хотя что, мало в Донецке людей, которые, типа, поддерживают Украину. Как я понял, он дал так называемую заднюю. Ну да, там что-то начал оправдываться, что там насилие это плохо и вообще там... У меня нет вообще никакого отношения к Зубареву, и даже после этого, как бы, ну, мне просто честно. Я думаю, что за год войны, как бы, по-моему, все должны были уже привыкнуть к тому, что есть разные люди, которые поддерживают разные стороны. Ну, типа, окей.